Добрый вечер. Здравствуйте. Очень приятно сегодня видеть вас всех. Очень хорошо, что вы пришли, да, на самом деле, потому что первый раз в этом зале я представлю программу, которая уже прозвучала в Москве однажды, не так давно, в клубе Игорь Дубов на Таганке, сегодня здесь, в клубе Козлова. Ну а что я буду рассказывать, лучше мы сыграем это гораздо больше, скажет у нас, как о музыкантах и о людей. Вот. Итак, первая композиция называется «Beach Hunt», ее автор Уэйн Шорт. Thank you.
Дальше прозвучит, да, дальше больше. Дальше прозвучит композиция того же Уэйна Шорнера, которая называется Speak No Evil. Thank you.
В очень странных подробностях. Он сказал, что у него проблемы со стулом. Ничего страшного. Александр Потапов, барабаны. Саша, лишь бы у тебя не было проблем с грубом. Да. Следующая композиция называется «Little Sunflower». Ее автор Фредди Хаббард, потрясающий трубач. Ну, мы сыграем, опять же, в своих аранжировках, так как мы себе это представим.
Thank you.
называется The Jury Grind. Ее автор Horst Silver. На самом деле мы только перед началом первого отделения решили, что мы будем играть эту композицию. Но по определенным причинам, но не важно. Итак, The Jury Grind. Thank you.
Спасибо, спасибо. Спасибо большое. Я не сети, я работаю. 10-15 минут на перерыв. И мы продолжим. Спасибо. Thank you.
Тоже авторская, называется она «Keep Moving».
Thank you.
спасибо. Следующим номером нашей программы мы для вас играем очень красивую, потрясающую балладу, которую написал не менее потрясающий, красивый, ну, тут бы я поспорил, ну ладно, не будем этим заниматься. Тед Джонс, потрясающий музыкант, легенда. Баллада называется «Child is Born». Thank you.
Мне нужно. О, ай, дружище, спасибо. Не оставайся. В общем-то, ничего необычного. Обычный пылесос, как я его называю. На самом деле это музыкальный инструмент. Называется он диджерибон. Вот. Да, начало свое он взял, конечно, естественно, с австралийского, всем любимого, известного диджериду. Может быть, не всеми, может быть, не любимого. Но тем не менее, появился сравнительно недавно, буквально, по-моему. Я покажу сейчас, покажу. Вот, я не знаю, почему возникла такая необходимость в создании инструмента, но тем не менее, товарищ, сейчас дай бог памяти, Эрик Макмахон, по-моему, зовут, австралийский такой. Такого. Да. Ну, неважно. В общем, про такого товарища в шляпе, типичный австралиец, изобрел вот эту штуку. Отличие существенное. Если диджериду это как бы просто кусок желе, эвкалипта, то здесь два куска пластика. То есть это вот такая штука. Она выдвигается, задвигается. В общем-то, таким образом можно занять себя. Вот в это время, да. Сейчас будет еще более понятнее композицию, которую мы сыграем. Да, я думаю, она даже не нуждается в представлении. Это один из самых известных джазовых стандартов, написанных когда-либо, написанный, кстати, моим коллегам, тромбонистом, моим коллегам. Привет, учительница по-русскому. Да. Моим коллегам-тромбонистам. Но это не Summer Time. Сразу предупреждаю. Thank you.
большое спасибо. На этом все. Хочу представить людей, которые сегодня сделали это. Олег Григорян, труба. Сергей Кончанин, бас-гитара. Евгений Воложий, гитара. Человек, который сегодня просто спас все. Александр Потапов, барабан. Меня зовут Сергей Долженков, я играю вот на этой штуке. Большое спасибо, приходите в этот клуб. Здесь всегда очень здорово. Спасибо. Мир.